Легендарному музыканту, поэту, лауреату Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполнилось 80 лет. Он родился 24 мая 1941 года в еврейской семье из Миннесоты. В 1962 году вышел первый альбом музыканта под названием «Боб Дилан». Многие его песни возглавляли американские и британские чарты. В 1973 Дилан дебютировал в кино в фильме «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Ему принадлежит новый рекорд в истории музыкальной индустрии. Он стал первым музыкантом, чьи альбомы попадали в рейтинг топ-40 чарта Billboard 70 лет подряд, с 1960-х по 2020-е годы. В честь юбиляра прошли показы документального фильма, концерты и праздничные шоу. We'll be right back.